Итальянец Мауро Бернарди показывает книги. Все они на итальянском языке. Теперь эти издания являются собственностью библиотеки имени Горького. Такой книжный дар сделал он от итальянского города Чента. Здесь книги про Италию, про Адриатическое море и даже книга про астронавтику, которую написал итальянский автор на основе учений Константина Циолковского. Он делает надпись «Алла библиотека, библиотеки Рязан от автора 15-7-го». Издана от коммуны Ченто и называется «Астронавтика». Тут про Циолков, про историю астронавтики. Вот итальянец рассказывает, как несколько сотен лет назад строился его родной город. А уже следующую книгу точно стоило бы прочесть современным рязанским застройщикам. Ее написал преподаватель Миланской академии. Он имел идею, чтобы земля, пустой кусок земли, который оставался между новостройками, сделать так, чтобы получился не просто парк, но чтобы парк был сделан с искусством. В своем родном городе Мауро создал общество дружбы, занимающееся популяризацией русской культуры. Его книжный дар библиотеки стал еще одним шагом на пути укрепления культурных связей между Россией и Италией. И мы видим, что вот эта безумная русофобия, это такие совершенно агрессивные, разнузданные, навязываемые миру отношения к России не всеми воспринимаются. И, конечно, вот на фоне этого тем более ценна та искренность, сердечность, то понимание русской души, русской ментальности, русской культуры, которую проявляет наш друг-итальянец Маурио Бернарди. Теперь библиотека Горького готовит ответный подарок, который отправится в Италию. В ответ на богатый книжный дар рязанцы подарят гостю издание Анны Снегиной на нескольких языках. Такое доброе сотрудничество и дружба не исключает появление у Рязани еще одного города-побратима.